Накидывай, накидывай, все, я ловлю. Кидай мне кулаки. Медленнее. Видишь, первое движение, оно должно вверх полетировать. А ты подпрыгнул на меня вот таким движением. Подпрыгни, вверх немножко. Вверх чуть-чуть, дай вот ногами в бедро. Давай медленно, давай. Будь далеко, будь поближе немного. И на задней ноге немного. Вот, разгрузи переднюю, хорошо, да. Подпрыгивай. Ну. Во-во-во-во-во. Да, только тормозни руку. Прямо вот, вот ты еще раз. Давай на правом прямом остановился. Давай, пошел. Сел. Вот, видишь, рука сидит. И вот теперь, не убирая эту руку, начинай толкаться вверх левой ногой вместе с кулаком. Давай. Ну где кулак? Куда ты бьешь-то? Куда ты сейчас ударил? Ты меня сюда достала. Правый здесь у тебя, да? А левый ты сюда бьешь. Что за нонсенс? Раз, два, три, выходит, вылетает рука. Выпрыгивай, давай. Пошла. Вот первый удар, выкинь кулак. Давай, молодец. Крутись, крутись. Еще раз. Давай, давай, давай. Давай, давай, быстрее. Движение. Раз, два, три, туда. Вылетай, крутись. Ну, прыгай вверх. На боковой? Да. Выпрыгивай. Посмотри, где ты боковой ударил. Да, все, понял. Стоп. Почему не получилось? Потому вот ты маленький нюанс, смотри. Ты вот сюда сделал. Смотри. Раз, два. Вот он, ты поймал руку. И начинаешь тут бить. Ты вместе с рукой. Можно выпрыгнуть. А можно просто встать, но вставая, как встанешь, только тогда туда кулак пойдет в плечо. То есть вставая, притормози кулак здесь. И правое бедро дай разворот. Да. Во! Во! Разница есть какая? Все, я понял. Я прям локоть поймал. Локоть поймал сюда. Отлично. Давай. Крути правое бедро. И первое движение. Прям прыгивай меня туда. Впрыгивай движение. Ромочка, еще раз. Вот твой кулак висит, не делай движения. Вперед, прям кулак перед собой, никакого лишнего движения, чтобы не было. Прям как таран туда, втыкай. Молодец. Да, а теперь быстрее, поближе будь. Далеко от меня, будь поближе, вот здесь. Еще поближе чуть, вот отсюда. Пошел. Вверх где? Вверх. Садись, садись справа. Быстрее. Почти. Смотри еще раз. Быстро получается. Смотри, Ром. Мы, смотри, как ситуация. Повторяюсь. Мы вот это вот медленно делаем. Вот это вот медленно. Оно вот здесь все это работает. Да. Так никто не двигается. Никто так не стоит в ринге. И естественно, что когда мы прибиваем с тобой медленно, посмотри, я медленно делаю. Смотри. Ближе ко мне. Делай подставки. Руки на место. Посмотри, я медленно делаю. Раз. Падаю вниз. Падаю не кулаком, не забирая левую руку. Это мы раскладываем на эти молекулы, понимаешь? Не руку левую забираю, завернулся. Падаю правым коленом. Вращение. Два. И теперь, смотри, 90 градусов у меня углы какие в ногах. Три встаю, да, вращение. Это мы вот эту как-то биомеханику разложили, что она так работает. Ну, естественно, что на скорости не будет остановок. Естественно, что на скорости у меня, чем быстрее захочу сделать, тем я не буду так низко садиться. Посмотри, что у меня получится, если я буду на скорости делать, пытаясь. Я бью. Я не могу сюда сесть, либо я вообще спрячусь, тогда это будет не тройка, тогда это будет двойка с выходом на боковой удар. Да. И туда встану. Тогда я сделаю здесь паузу, если я низко сяду. Мне надо будет себя пересобрать. Это другое движение. А мы сейчас говорили за тройку с дальней дистанции. Раз, два. Вот дальняя дистанция. Все равно ушел я с кулака. Три. Самое главное, чтобы вот этого не было. Чтобы не ногой, чтобы не рука пошла. Поэтому раз, и я сажусь вниз. Вот даже поставь кулак свой. Как вы сегодня нарабатывали? Да не гнись ты.
Посмотри, держи руку. Вот отработка этой тройки. Раз, два, три. Раз, два, сажусь коленом и вращай. Не будешь вращаться, сломаешь колено. Выпрыгнул, либо встал. Раз, два, вверх. Доходчиво. Поэтому, конечно, чем быстрее, тем не будет таких глубоких действий. Ну да, сначала надо накатать, конечно. Сначала, да. Амплитуда, правильно. Правильно. Доходчиво? Спасибо. Движение первое у меня очень такое. Левый прямой еще раз. Прыгай. Допрыгни до меня левым прямым. Ты опять не делаешь. Вот смотри, Ромочка, ты опять сделал вот это движение. Ага. То есть ты показал. Вот твой замах, это вот твои колени. Перепрыгни на левую, на правую ногу мне. С левым прямым. Во! Вот ты сейчас никакого маленького движения не сделал рукой. Согласен? Ну это все вот это, для того, что хочешь как бы подрасслабиться, а на самом деле... Кажется, что ты расслабляешься, но ты делаешь напряжение и расслабление. Молодец. Спасибо. Очень важный момент, что ты справа, видишь, не забираю левую, а справа сажусь коленом. И вот эта смена плечей опять присутствует. Либо что? А если вверх? Тот же алгоритм, что вверх, но вниз. Но плечи работают одинаково, кулаки. И сажусь колено. Чуть вовнутрь, снова подкручу. Крутится оно. То есть они не параллельно стоят. Ну оно уже крутится. Попробуй параллельно сесть вот так. Попробуй так сесть. Ты колено нахрен сломаешь здесь. Крути бедро и бедро. Да. Все. О, спасибо. Пойду. Спасибо. Пользуемся.